Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы сегодня с тобой посмотрим на игру под названием Ницхе. Генетическая игра про выживание. Короче, судя по отзывам в Стиме, охерительно интересная игра, прикольная, веселая, разнообразная, про скрещивание, про всякие там выращивание своих животных. Она у меня в списке желаемого давненько висит, я давненько хотел в нее поиграть, а вышла она только недавно. Поэтому сегодня мы до нее добрались, она на русском языке, замечательно, все хорошо, микрофон, плей, поехали, окей, новая игра, конечно же. Так, проживите историю от Дама рекомендуется для новых игроков. Режим истории, режим песочницы. Выберите собственный стартовый остров для опытных игроков. Простые, средние... Ой, хорошо, давай режим истории посмотрим. Новая игра это переименовать. Давай, окей, раз мы будем за Адама играть тогда. Знаешь, как будет? Так и будет. Будет новая игра, окей. Я хотел придумать какое-то слово, но... Купли-дам как-то не звучит ни хрена. Посмотрим, что из этого выйдет, посмотрим, как это будет, какая история, что это такое. Мне кажется, эта игра очень сильно похожа на спор, например, на тот же самый, про который постоянно все пишут, про который постоянно все вспоминают, никак про него не забудут. Бляха, игрушки 20 лет все про него вспоминают. Так вот, что-то типа спора, новая версия, прикольная, наверное, замечательная, веселая, сейчас посмотрим. Это древние рыси сидят, они костер разводят. Это древние кроты, но с глазами, которые еще не залезли под землю. Это птичка. Большая, злая коршун, сука. Пизда рысенку, судя по всему, настала. Да, он куда-то полетел. Это плохо. Это плохо, это страшно. Это уже практически какой-то... Как это вообще так? Нихера себе там птеродактиль, блядь, рысь утащил. Вы че? Орлы же, по-моему, крупнее крыс ничего не таскают, такое особо большое. А я буду создавать животных своих, я хотел. Или мы будем играть за обиженную, одинокую рысь? Саблезубая рысь. Ну ты не грусти, ты хорош такими грустными лицами, этими глазами в меня смотреть, не надо так. Сейчас все будет нормально, если мы будем играть за тебя, мы сейчас затащим. А мы эту суку найдем пернатую и в жопу парю переставим. Ага! Ой, как больно! Оглянитесь вокруг, вы совсем одни. Застряли на острове далеко от дома. Да? Хорошо, и что делать? Ходить как-то надо. Обучение. Давайте посмотрим, сможем ли мы еще ходить. Нажмите на Адама, а затем на синюю лапку для перемещения. О! Окей. Обучение. Кажется, вы не пострадали. Это хорошие новости. Окей. Это был длинный день. Пришло время немного вздремнуть. Нажмите на кнопку завершения дня, расположенную сверху экрана. Совет. Вы также можете нажать пробел, чтобы закончить день. Не, я лучше на кнопку нажму, так интереснее. А сегодня мир выглядит ярче. Время исследовать это новое место. Используйте колесо мыши или R и F на клавиатуре, чтобы изменить масштаб камеры. Зажмите LKM и двигайте мышь или используйте VSD кнопки с стрелками, чтобы перемещать камеру. Окей, прикольно, все понял. Зажмите ПКМ и двигайте мышь. Ага, это чтобы вращать. Блин, ни хрена себе вы придумали. Это что, пошаговая выживалка? Это хорошо, окей, я все сделал, допустим. Кажется, на этом острове полно еды. Давайте найдем что-нибудь съедобное. Перемещайтесь, чтобы найти ягодный куст и собрать с него еду. Совет. Адам ест одну единицу пищи каждый день. Убедитесь, что он не голодает. Так, окей, пойдем к ягодам. Опачки. Ягодный куст атаковать. В смысле атаковать? Какой атаковать? Его не надо атаковать, давай атакуем. Собрать... А как собрать еду с ягодного куста? Что за херня? Эй. Так, скорость, плавание. Это мои характеристики. Я понял, как съесть хернюшку эту. Это мои ресурсы. Так, что дальше-то? Так, я опять закончил день, допустим. Он поел. Это посмотрел, так, убрал. 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 Так, кажется, на этом острове полно еды. Хорошо, Адам ест одну пищу. Найдем что-нибудь съедобное. А вот еще. А, вот оно, ягодный куст, собрать фрукты, мать твою. Так а не было такого действия до этого.
Вкусные ягоды – отличный источник питания. Будет полезно собрать больше и создать резерв. Совет: ваше количество еды отображается в нижнем правом углу экрана. Но это двадцаточка, я понял. Давай еще соберем. Хорошо, допустим. Этот остров кажется пустынным. Тропинка из камней приведет на другой остров вдалеке. Возможно, пришло время покинуть это место. Переместите Адама на портовую клетку с цветами и взаимодействуйте с заостренным камнем путешествий. Ну да ладно, ни хрена себе. Так, а как ходить-то? У меня не хватает ходов, что ли? Где моя энергия? Так, я думаю, нас этому еще научат. Допустим, это я закрыл. Нам теперь нужно куда-то топать сюда. Но я так понимаю, что у нас не хватило ничего. Надо вот сюда посмотреть. Это, наверное, наши действия, да? Смотри-ка. Заканчиваем день. Окей. Нет, блин, короче, в день можно только два шага, что ли, ходить? А, нет. Так, а где моя энергия? Вот здесь что-то сейчас... Ага, энергия животного. Покажет количество выполняемых животным действий. Зашите день, чтобы восстановить энергию. То же самое. Вот она! Окей. То есть нам каждый день нужно топать туда полигон. Что с твоей головой? Ты так не делай, нас генетика не спасет. Смотри, у нас есть три шага. То есть смотри, это первый шаг. Это третий. А, то есть на три хода. Хорошо, теперь я все понял. До этого было сложно, потому что немножко непонятно. Дождь идет. Что у нас связано с дождем? Идет дождь, все растения начинают расти. Это хорошо. Так, окей, допустим. Адам. Херак. И выход. Так, все животные на портовых клетках мигрируют на другой остров. Животные вне портовых клеток покинут племя и будут утеряны навсегда. Но у меня только одно животное, хорошо. Возвращение домой, путешественник. Блин, так они сделали ни хрена себе, но это на спор не похоже, потому что спор там надо вначале своего делать непонятного человека. Или животное. Дорожка из камней позади вас раскрошилась и рухнула. Другое... Тьфу ты. Вы это слышали? Похоже, на этом острове обитает другое животное. Найдите дикое животное и предложите ему еду для вступления в ваше племя. Вы можете переключить режим восприятия в нижнем правом углу экрана. Нижний правый угол экрана. А что это? А, это слух. Это глаз. Это язык. Наверное, рот. Блин, а... окей. Так, давайте найдем другого человечка, чтобы где-то с ним там поговорить. Высокая трава. Расчистите заросли, небольшой шанс найти гнездовые материалы. Ну-ка. Нет там нихера, да? Окей. Так, ну теперь я все понял. Теперь все хорошо, теперь все замечательно. Сейчас найдем животное. А, вот оно, на слух. Все отлично, и как тебе ходить теперь? Так, переместиться сюда. Предложить 5 еды. Атаковать. Высокая трава. Так, давай предложим 5 еды. Так, животное, которое вы нашли, оказалось самкой. С именем Ева. Теперь вы можете исследовать остров вместе. Вы можете использовать клавишу Tab, чтобы переключиться между животными. Хорош. Окей, так. Теперь я на глаза посмотрю. А, так вот она. А что ты спряталась? Я не понял, слышь. Так, это что такое? Какое-то гнездо. Так, Tab, хорошо. А ты тоже поглощаешь, да, единицу пищи одну? Окей, исследуем остров. Это перемещение. А какие из них перемещатели? Давай ты пока постоишь здесь. А когда мы будем скрещиваться? Кажется, Адам и Ева любят друг друга. А, блядь, может пришло время завести семью? Переместите ваших животных Глаза закрывай, сейчас ручничком вообще-то, слышь, чего? Какой сейчас, окей. Так, спарится. Давай. Скоро ваши животные станут родителями и вырастет следующее поколение. Ваши животные стареют и вскоре умрут. Вы можете проверить их возраст в левом нижнем углу экрана после клика на животное. В смысле? Бля, где? Это ранг животных. А, возраст. Сейчас 9 дней. Какой хуй? Ты, он что, блядь, умрет вот здесь вот? Так, ты у меня кто? Тоже 9 дней. И что теперь? Так, Ева беременна, ей нужно гнездо, чтобы дать потомство. Постройте гнездо Евой и проведите в нем ночь. Строительство гнезд использует гнездовые материалы, также вы можете использовать естественные гнезда, найденные на острове. Окей. Построить гнездо. Построил, допустим. Так, а ты что, пиздюк, будешь делать? А, бляха! О, рыбачить можно! Попытаться выловить рыбу. Давай попробуем. Что, вся рыба убежала? Судя по всему, да, окей.
Опа, выплюнула одного, смотри-ка. Хорош, родился у вас первый малыш, теперь вы настоящая семья. Гены детей смешиваются от их родителей. Гены влияют на то, как выглядит животное и какими способностями оно обладает. Совет, нажмите на кнопку семейного древа в нижнем левом углу, когда выбрано животное, чтобы видеть семейные связи. Семейное древо. Это ты? Нет. О. Так, семейное древо, значит, от Адама. Иди, твою мать, родилось Коко. Коко, блядь, здорово. Красный. Откуда у меня красные рога? Блин, нихрена, ты кто? Ты бабёх тоже, да? Коко. Нихуя себе, нормас вообще. Прикольно. Так, я нажал на древо, да? Ну-ка. Так, Коко. Ага, вот ты откуда такой пришел, ло, пришла, окей. Так, родился. Ну, я родился. Мутации, выберите. А, ген для мутации? Ну, подожди, это рано. Как мне понять, что это дерево-то? Вот это вот мои способности, это вот мои гены, это вот мои мутации, и вот-вот семейное древо. Ну и что? Ну и нажал я, что дальше? А, здесь можно писать, как зовут. Ранг животного, хорошо. Окей. Так, а что ты хочешь-то? Родился новый малыш, показать. Ну, он есть, вот, допустим. Чтобы увидеть семейные связи. Наверное, я это посмотрел. Дальше-то чего? Давай закрою. Я увидел семейные связи. Что ты от меня хочешь еще? Что, ёб твою мать, ты хочешь? Давайте, наверное, поспим, потому что я больше не понимаю, что делать. Вот. Это конец обучения. Ваша история начнется здесь. Найдете ли вы мир с вашей потерянной семьей или будете счастливы жить с новой? Станет ли ваш вид свирепыми охотниками, кочевыми рыбаками или трусливыми травоядными? Все зависит от вас. Как это все закончено? Ты чего? Типа все? Хару, а какие клетки отвечают за перемещение? Вот эти три цветочка, да? Давай попробуем. Я так понимаю, все цветочные клеточки — это перемещение. Да? Хорош. О, какой большой остров, ты посмотри. То есть здесь каждый остров можно рассматривать, куда-то смотреть. Так, а это куда-то идет все? А, это непонятно, куда идет. То есть все ограничено. Нам нужно это как бы попитаться маленько, потому что все херово. Скоро кончится еда. Здесь вообще еда-то нет? Так, подожди, здесь нет еды, это плохо. Расчищать траву я тоже так просто не хочу. Так, ребят, все плохо, короче говоря. Высокая трава. Тут еще и ломать все надо, что ли? Серьезно? Опа. Блин, тут каждый остров можно изучать. Смотри-ка, хорошо. Но они-то у меня едят еду. И что мне с этой едой как бы делать? Так, это что такое? А, это просто переместиться, хорошо. Так, пиздюк. У них ходов-то вообще нет никакой энергии. Подожди, а что за гены, мутации? То есть нам этого объяснять ничего не будут? Давай сами догадываться. Так, хорошо, средние уши плюс 3 слух. А, обычные глаза плюс 2 зрения. Узкие глаза плюс 1 зрение, плюс 1 обоняние. Слепые глаза. Короткая морда обоняние дает. Красная шерсть. Блин! Изувеченные лапы. А что она дает мне? Форма узора, огромный узор, черные рога, черный узор, средний хвост, задние лапы, скорость плавания. Так, ну вот скорость. Окей, скорость дали, должна была возрасти. Это скорость или энергия? Нужно, знаешь, что-то, чтобы энергию прокачать, чтобы побольше энергии было. Так, кривая морда, обоняние, среднее тело, сила, скорость, скрытность, без зап... Вот тоже неплохо, среднее тело. А я у других не могу. У других тоже могу, смотри-ка. Хорош, так, вот так всем сейчас поставлю одно и то же практически. А можно два раза все одно и то же подставить? А-а-а, вообще красота. Блин, про это не рассказали ничего. Эффект камуфляжа черная шерсть. Нет рогов, быстрая лапа. Блин, тут под каждого еще надо все прокачивать, охереть. Ну, допустим. Еда-то реально кончается, все плохо, ребята, вы чего? Хорош жрать так много. Так, это что такое? Что-то было сейчас. Опа, что это?
Какашки динозавра или что? Что такое здоровое? Блин, серьезно, а как же я так проиграю нахер? Им как бы реально нужна какая-то еда. А это все очень печально. Так. Окей. Вот куда он пошел? А, это дерево. Хорошо, дерево. Дерево, допустим. Что-то еще было-то, подожди-ка. Я... Где ягоды? Блин, тут ягоды, а я их не вижу. Это все надо расчищать, иди твой в корень. Так, мы сейчас эту коко, бляха, потеряем. Коко уже начала быстро практически бегать, хорошо. Так, я сейчас в минус, по идее, уйду реально, это плохо. Значит, высокая трава, раз. Вот кусты. Корешки, пытаться раскопать землю, низкий шанс на успех из-за низкой способности рытья. Окей, высокая трава. Опять спариваться. Не, подожди, рано пока спаривать. Блядь, не на что детей-то кормить. Какие спаривания, успокойся. Так, отошел сюда, значит, ты теперь. Примяла. Отлично, ягодные кусты появились. Все, осталось два ягод. Так, ну их, в принципе, можно тогда рассмотреть, получается, здесь. Вот ягодный куст. Где-то еще, видать, наверное, есть. Блин, ну в такой траве невозможно что-то найти. Их надо прокачивать так прям сильно. Это что такое? Это еще ягоды. Атаковать ягодный куст. А зачем? Опа, еще ягодный куст, хорош. Ну, в принципе, мы можем жить. Как-никак, но как-то можно. Давай, а их, короче говоря, не надо рядом с собой таскать постоянно всех, потому что так мы точно проиграем. Так, у меня у кого-то осталась энергия? Так, у Ив еще энергия осталась, хорошо. Пойдем вот сюда сходим. Ягодные кусты. А дорога, блин, а дорога не остается, да, нихрена? Примятая трава уходит, а вот то, что я проходил, это все не запоминается. Без проблем. Так, значит, мелкий, знаю, у меня собирает еду, которая, блядь, кончилась внезапно. Здесь ягоды выросли, ну, покраснела одна ягодка. Ну, а, это вот ты. Раз, хорошо. Так, три, допустим, пойдем дальше путешествовать. Я думаю, вот сюда вот перейдем потом. Пришел. Ой, еще ягодки, хорош. Блин, почему только два-то собрал? Там же больше их. Так, сюда. Орех! А, низкий шанс способности скрытия, окей. А они как-то развиваются или что? Или как это вообще? Это все, что раскачано, да? То есть вот эти два, получается, одно другое исключает или нет? А, Б? Наверное, как бы да. Блин, вот они тут замутили мутки всякие. Ничего не понятно вообще. Опа, желудь. А, блядь, мы его видели уже. Так, ладненько, 4, значит, ты собираешь ягоду. Ты идешь вот сюда и собираешь тоже ягоду. Потом ты идешь вот сюда. Ты у нас тоже топаешь куда-то вот сюда. Что там появилось? Притоптать траву. Окей. Высокая плодовитость. Блин, серьезно, сейчас наплодовитишь, а у них, короче... То он реально скоро помрет, вот эта полоска заполнится, и все, и конец. Дуб. Так, а у него нет скрытия, да, вообще никакого? Блин, и нельзя вкачать. Ай, жалко. Так, ну ладненько. Ходить ты больше не можешь, это херово. Ты приколюшки. Хорошо, так, яблоки кончаются, вот что херово. Что такое фиолетовое? Это что-то связано с кустами или нет? По-моему, там... Ага, ягодки, хорошо. Блин, херово, что ничего не видно. Это серьезно, надо как-то притаптывать. Давайте, наверное, переедем на другой остров. И там мы попробуем уже... Так, яблоки... И там мы попробуем нормально более-менее обустроиться, потому что, блядь, сейчас все кусты вырастут, а мне жрать нечего. Ладно, хер с ним. Так, сюда. И, а! Я думал, что только двое могут уехать. Так, и ты, значит, вот сюда. А ты поехали.
Сейчас найдем нормальный остров и на нем попробуем потусить, примять траву. Нужно родить много детей, чтобы они раскапывали. Так, а что такое? Бляха, ни хрена себе остров! Ну, на этом острове уже, в принципе, можно более-менее обустраиваться. Главное, примять всю траву и не париться. У них очень много, мало 5% действий. Так, спариваться. Рано пока, подожди, спариваться. Ты с кем хочешь спариваться? Ты с этой. С этой, ладно. Так, поехали. Значит, ты пойдешь у нас вперед. Исследовать. Корешки. Шанс не прокатил. Окей, дальше. Сюда. Примяла. Пошла. Так, срочно нужна еда. Нужна еда. Еды я... Опа. Еда была. Так, кто-то помрет. Кто-то помрет скоро. Скоро кто-то помрет. Но у меня кончается. Смотри, все, ноль. То есть кто-то будет голодать. Орехи полетели. У нас тут еще что? У нас есть еще одно перемещение. Блин, реально не видно. Надо было как-то повнимательнее с навыками почитать. Так, собираем ягоды. Ладно, на следующий раз хватит. И примяли до кучи. Окей. Здесь я тоже ничего не вижу. Так, ты, значит, у меня иди куда-то вот сюда. Блин, нет ягод-то нигде больше, смотри-ка. Это очень плохо. Ходов ни у кого не осталось. Очень сложно. Опачки, что там упало. Очень сложная еда. Так, значит, ты, есть тут ягоды, нет? Одна ягодка, два ягодка, отлично. Ты, значит, у меня что, высокая трава примял. Здесь у нас гнездо. Пошли. Пошли. Он видит на расстоянии двух клеток от себя по кругу. То есть, получается, там, где есть ягоды, мне лучше приминать кусты, чтобы заранее знать, что они тут есть. И чтобы их не потерять. Так, это что такое? Что это за херня? У нее кончилась энергия, я не понимаю, что это. Так, примять кусты. А что, сюда идти нельзя никак? Почему? Так, тут еще одно гнездо. Краб! Подожди, краба можно сожрать? Наверное, меня ебнет сам, он клешни какие здоровые. Что будет? Серьезно? Это что за поебота? Это кто? Стагмол. Давай попробуем атаковать. И что мне стало с этого? О, яйца! Бляха, серьезно? Блин, я не хотел их убивать-то. А это все видно, серьезно? Это что такое у нас? Обоня... Еба! А что раньше-то молчали? Почему не собираешь? Примял. Блин, ты что раньше-то не сказал? Вон оно где. Окей, так, ты... По обонянию видишь кусты, по слуху ни хрена не слышишь. Блин, пойдем искать кусты тогда. Ага, коренья. Хорошо. И эти стуглые опять. Непонятные какие-то местные жители. Я бы вас покормил. А, много кустов, хорошо. Я бы вас покормил, да мне нечем. Это с... Блядь, смерть. Все, конец. Это смерть. Потому что нечего жрать. И с каждым нечего жрать... Кто-то клюнул меня? Так, грудь мяса, отлично. А, так это можно охотиться. Как тебя расхерачить-то? А, он в земле сидит? Ёб твою мать, чё молчишь-то? Я думал, он не в земле. Блин, а как переключать режим на кнопку? Есть какую-то? Просто это очень долго сюда тыкать. Допустим, собрали ягоды. Еще ягоды. Так, ну еды уже намутили, по идее. Блин, ну нужно спариваться, иначе проиграем. А в принципе, мы и так проиграем, я просто... Что? Почему ты не ходишь? Померла, что ли?
Ёб твою мать, померла эта мать! Твою же ж мать, реально мать померла, прикинь! Блин, серьезно! Ёб твою... А, этот по... Этот тоже помер, ты понял? Я хуею. Все померли. Это нужно управлять, получается, целой колонией. Каждому члену колонии какие-то навыки добавлять. Что-то еще, что-то того, что-то этого. И пытаться выживать. Что такое? А, вот померли. Одно из ваших животных умерло. Да ни одно, нихуя у меня умерло. Так, эту херню можно атаковать. Отлично. Но это, по идее, еще проживет. А можно я скрещусь с кем-нибудь из них? Почему бы нет? Смотри-ка. Так, это я должен кого-то слышать, но никого не слышу, да? Давай кого-нибудь услышим все-таки. Ага, вот давай с этим скрещиваться, он вылез. Мне кажется, это как-то, наверное, странно будет. У меня как раз еда есть. Так, ты же реально можешь с ним скреститься, нет? Стой, сука. А он ушел под землю, ну ты чего? Я хотел с тобой скрещиваться. Блин, он сыкушный какой-то, он не хочет с тобой скрещиваться. Так, еще один вылез, хорошо. Да, блядь, они уходят. Почему я не могу их покормить? Окей. А я реально не могу их покормить. Они прячутся от меня. Возможно, я смогу их убить или что-то, или... Так, еще один тут сидит. Это зайцы какие-то. Что это такое вообще? Это непонятные какие-то полуобезьяны, полу... Хуй пойми чего. О! Ваш вид полностью вымер. Окей. А, начать игру заново с той же родословной. Сохраняет разблокированные гены и острова. Ну-ка. А в смысле тоже родословный? Это с одним персонажем, но... А, нет, все те же. Так это кто такой? Тапи. Кага. А с какого... В смысле? Где родословная это моя старая? Что такое? Блин, хер его знает. Ну прикольно так. Вообще приколюшно сделано. Рычать не можешь? А, это изгнать. Вот такая вот игруха. Это какая-то, знаешь, я думал, это какая-то детская приколюшка, там, создаешь всякие животных, там, кривых, этих косых, дурных, или наоборот, хороших, а потом пытаешься выживать или что-то. А тут прям реально нужно, короче, делать поселение, следить за популяцией, развиваться, размножаться, гены какие-то вставлять, животных принимать, животных убивать. Охереть, тут много зачем надо следить. А стратегия, это серьезная стратегия, серьезнейшая стратежище просто, ну, охереть. Давайте на этом закончим, посмотрим, если игрушка понравится, мы в нее еще поиграем. Наверное, мы в нее еще поиграем, потому что мы тут вообще ничего не посмотрели, игрушка мне очень сильно понравилась. Ссылка на плейлист на какой-нибудь описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на Твиттер, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, всем до встречи, я думаю, в следующей серии, да. Я так думаю, так и будет, да. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.